Как только обнаружили, сразу позвонил. Вот. В остальных ящиках то же самое. Так всегда же добавляем просроченный продукт. Сами приказали. Просроченный, но не гнилой. Но... Закрой рот! Убирайся отсюда! Ты уволен! Пошел, пошел, давай! Ты тоже за это в ответе. Этого не должно было произойти. Ящики с испорченным фаршем должны были пойти на утилизацию, так? Но их отправили на переработку. А я тебе о чем говорю? Вот за это ты мне заплатишь из своего кармана. Кирилл Валентинович, выслушайте меня, пожалуйста. Случайно ящики перепутать невозможно. Кто-то специально испортил полуфабрикаты. Диверсия! Да. Алло, Давид Варазович? Да, да. А Кирилл Валентинович с вами? Вас. Да. Кирилл Валентинович, звонил Леонид Григорьевич Паршин. Требует, чтобы вы срочно к нему приехали. А ему что нужно? Тук-тук. Всем привет. Любимая. Здравствуй. По какому поводу общий сбор? У меня встреча с журналистами. В рамках моей годовщины в Сенате. Телесъемка в неформальной обстановке. Будем говорить про нравственность, культурные ценности. Так что мне нужно быть в окружении своей семьи. Вот ее-то мы с тобой будем изображать. Ты готов? Я? Конечно. Ну что вы, что вы. Всего один год. Но всего за год работы в Сенате вы успели заслужить большой авторитет. Стали одним из самых уважаемых политиков нашей страны. Не могли бы вы поделиться секретом успеха? Реальные дела – это мое кредо. Я готов работать 24 часа в сутки, чтобы сделать жизнь людей качественнее, лучше. И это, поверьте, не пустые слова. Ну, а в этом меня поддерживает моя семья. Потому что будущее нашей страны – это их будущее. Простите, Анжелика, а ваш отец часто советуется с вами? Мой отец? Мой отец со мной никогда не советуется. Потому что он считает, что политика – это не женское дело. Политикой должны заниматься мужчины, а женская задача – обеспечить достойные условия для продуктивной работы. Так? Да. Значит, вы придерживаетесь патриархальных взглядов на семью. Не боитесь, что жена-домохозяйка может наскучить деловому успешному мужу? Давайте я отвечу на этот вопрос. И скажу просто. Но разве может наскучить любимая женщина? А я для своей любимой готов сделать все, что угодно. Думаю, ваша семья может послужить образцом для многих других семей в России. Расскажите, пожалуйста, как вам удалось добиться столь теплых и доверительных отношений в семье? Вы правильно сказали о доверии, потому что без доверия и уважения друг к другу ни одна семья существовать не может. Семья для меня – это главное, что есть в моей жизни. Я готов для моей любимой супруги сделать все, что... Да что с тобой такое? Пришла чернее тучи. Обидел, что ли, кто? Так ты скажи. Я ему такой пистон ставлю, век помнить будет. С Боровичем у меня облом. Придется планы менять. А присануть его? Да я и так на него надавила. Не помогло. Зато он мне хорошую идею подбросил. Какую? Я над ней пока думаю. Ну вот это, меня задействуй. Я тебе помогать буду, так скажи, что мне делать. Ну ты же меня знаешь, я для тебя в лепешку расшибусь, в любую щель влезу. Или ты мне не доверяешь? Ну тогда ладно, я пойду. Спасибо за приют, что накормила, приютила. А я-то, знаешь, не злыдня, чтобы задарма чужой кусок жрать. Карин, успокойся, доверяю я. Успокойся, садись. Просто пока сама еще не решила, что предпринять. Да. Кто?
Привет. Привет. Пить будешь? Зачем решила встретиться? Что-то с детьми? Да что с ними сделается, с твоими детьми? Давай, повтори мне еще разочек. Секундочку. А вот у меня от них нервы ни к черту. Пожалуйста. Ты сказала, хочешь насчет детей поговорить? Чтобы им пусто было, твоим гадким детям. Что ты несешь? Имею в виду, если с ними хоть что-то случится... Что с ними случится? Я тебе порошок сотру. Ой, очень страшно. Кому они нужны, кроме тебя, твои дети? Ты знаешь, и Кирилл это осознает. А он с удовольствием бы взбагрил их тебе. Правда, он... Мальчик гордый, не привык проигрывать. Ему кажется, что он проявит слабость, если их отдаст тебе. Вот и спрятал их к чертовой матери от тебя подальше. В школу какую-то, в пансион. В какую? Ты адрес знаешь? А, вот в этом-то вся и штука. Все очень конфиденциально из-за тебя. Он постоянно только о тебе и говорит. Вика, 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 ты знаешь, меня уже тошнит от имени Вика. Как тяжело жить с человеком, у которого в голове только две мысли. Одна просвещенная про работу, а другая про борьбу за детей. Обо мне. А на меня не остается ни сил, ни времени, ни желания. Так, все понятно. А что ты от меня хочешь? Исчезни. Исчезни из нашей жизни навсегда. А я тебе за эту благодарность адресочек черкану. Где твои гадкие дети спрятаны? Давай. Хочешь? Договорились. Договорились, слышишь? Я даже не верю, что вы все исчезнете из моей жизни. Когда вы все исчезнете, у нас все будет по-другому. Я знаю. Я от тебя почти избавилась. Осталось только эту Алису гадину. Вот же баба стерва, а? Хочет и мужика, и богатство все сразу. Да и я ее... Так, по-моему, тебе уже хватит. На мой номер запишите, пожалуйста. Еще хорошо, налей пойдем. Мне. Давай, давай. Адрес не забудь, слышишь? Да не забуду я. Я буду ждать твоего звонка. Осторожно. Карина? Карин, ты где? Карина? Андрей, я как раз собиралась тебе звонить. У меня новости. Я встречалась с Анжеликой, и она обещала достать адрес пансионата, где находятся дети. Не знаю, Вик. Не знаю. Я бы на твоем месте сильно на нее не рассчитывал. Обманет? Да. Ты пойми, нам сейчас нужно бросить все силы на повторное расследование. Я говорил с Николаем, он нас поддержит, но там доказательная база хромает. Нужно искать лодку? Да. И как быть? Ну что, нужно ехать в Приморский. Обязательно, но чуть позже. Как только заберу детей. А сейчас у меня к тебе важное дело. Узнай, пожалуйста, по своим каналам, кто такая Алиса, сотрудница Кирилла. Фамилия? Фамилии я не знаю, но она приближенная Кирилла. Слишком приближенная. Угу. Понимаешь? Ладно, пробьем. Спасибо тебе. Как только что-то узнаешь, сразу звони. Давай, созвонимся. Пока тихо, ничего важного. Слышь? Давай я буду решать, что важно, а что нет. А ты не теряйся, не теряйся. Ты спрашивай у нее, что она делала, что делает, что собирается делать, какие планы. Угу. О. Привет, Викусик. Карин, ты куда делась? А, да я никуда не делась. Достала в комнате сидеть целый день, так я решила пойти вправляться, подышать. Скоро буду. Жду.
скоро увижу вас. Какими вы стали? Господи, как же я соскучилась. Воспитатель увидит, влетит, вообще видеться не разрешит. Иди, иди к себе. Мне там страшно. Там одна девочка постоянно что-то бормочет. И за окном кто-то стучит. Я здесь хочу. Ладно, ложись, когда уснешь, я тебя обратно отнесу. Здесь плохо. Когда нас мама заберет? Не знаю, может, никогда. Почему? Ты говорил, она нас любит. Говорил, но уже столько времени прошло, а ее все нет. Может, папа и прав. И она нас забыла. Ну ладно, спи. У меня все этот гнилой фарш не идет из головы. Нет, все-таки Хаджава прав. Это все не случайно. Но вот кто мог такое устроить, а? Ну, зачем так переживать? Скандал замяли. Главное, чтобы это больше не повторилось. Да? А если повторится? Да. Здрасте. Кирилл Валентинович, есть информация. Результаты слежки. Ну, заходи и говори, здесь все свои. Вот, возле офиса Боровичева они встречались. Угу. А может, вот она, ниточка. Может, это они все затеяли, а? Есть еще кое-что. Хочу их навестить, и все. Ты еще и врешь! Еще и врешь мне! А? Зачем? Я же все знаю. О чем вы с ней сговорили? Что ей нужно? Документы на комбинат? Говори! Нет, она хочет забрать своих детей. Я хочу от нее избавиться. Пусть забирает их и катится ко всем чертям! Дура! Не надо, пожалуйста. Ты что, хочешь, чтобы я с тобой развелся, да? Еще раз вытвори что-нибудь подобное. Я выкину тебя из этого дома, поняла? И отправишься ты к своему папашке! Пошла вон! Не отвечает? Похоже, она меня обманула. Непонятно только, зачем навстречу вызвала. Может, ее Кирилл подослал? Чтобы на твой план выведала? Не думаю. Да. Вика, привет, это я. А, Андрей. Я думала, Анжелика звонит. Похоже, насчет нее ты оказался прав. Но обещала с пьяных глаз. Потом передумала. Или Кирилл помешал. В общем, тупик. Да. Ну ладно, не отчаивайся. Работаем дальше.
Значит так, я тут навел кое-какие справки об этой Алисе. Получилось? Да. Сейчас скидываю тебе материал на почту. Ага. Лови. Спасибо. Симпатичная девушка. И умница. Институт с отличием закончила. А с умным человеком всегда можно договориться. И что она нашла в Кирилле? Он умеет быть обаятельным, когда захочет. Нам нужно с ней встретиться. Но так, чтобы никто не засек. Что с тобой? Тебя знобит? Да простыла. Это не важно. Так, я в деле, ты можешь на меня рассчитывать. Сначала тебе подлечиться нужно. Где-то аспирин был. Ну вот, держи. Спасибо. Разберемся без полиции. Сейчас посмотрим. Держи его, мужики. Посмотрите по карману. Так, телефон. Ты че? Слышь, нет у него кошелька. Ну как нету? Ну так нету. Че ты орал-то? Ну че, может, его посеяло по дороге, значит? Ну извините. Ой. Че устали? Бывай. Берите, не пожалеете. До заморозков свисти будут. Желаете высадить на балкон или на клумбу? На могилу родителям. Извините. Спасибо. До свидания. Пожалуйста. Здравствуйте, Алиса. Давно хотела с вами познакомиться. Покупаем цветочки, покупаем цветочки, да. Граждане. Я знала, что вы меня найдете. Даже догадываюсь, о чем вы хотите со мной поговорить. Ну что ж, вы облегчили мне задачу. Судя по всему, вы не глупый человек. Надеюсь, любовь Кирилла не свела вас с ума, и вы понимаете, что он может бросить вас в любую минуту. Не только вас, он бросит кого угодно, если ему это будет выгодно. Зачем вы мне это говорите? Вы потратите на него свою молодость, а останетесь ни с чем. Я дам вам денег. Много. Вам хватит на безбедную жизнь. А взамен? Бухгалтерия Кирилла. Хотите его уничтожить? Я обещаю, вашей причастности он никогда не узнает. Деньги. Да, они были бы не лишние. Кирилл меня не содержит. Это моя принципиальная позиция. Так вы согласны? Вика, я понимаю вашу боль, вы обижены на него. И многие цели у нас с вами общие. Как бы сейчас странно это ни казалось, вы потом все поймете. Извини, сейчас я не могу вам помочь. До свидания.
Подождите, Алиса, может быть... Все... Нет, не может. Всего доброго. Я не видел, с кем она встречалась. Да сделала меня как пацана. Ты мое счастье. Я виделась сегодня с Викой. Не понял. Но она меня подкараулила. Пыталась вербовать. Не смотри так на меня. Я отказалась. Ты во мне сомневался? В тебе никогда. Но она найдет другого, кто будет по ее указке мне вредить. Уже вредит. Послушай, в фирме все наладилось. Ты исправил ситуацию. Понятно, что этот кто-то из ближайшего круга, но не будешь же ты теперь всех подозревать. Я тебе одной доверяю. А этого Иуду я найду, и он мне еще пожалеет об этом. Конечно, ты его найдешь. Запрещен. Это хозяин фермы. Да хоть Господь Бог нам фиолетово. Мужики, советую пропустить, иначе неприятности гарантирую. Главного позови. Айд, я вам звонил. Мы прибыли по факту падежа скота с подозрением на губчатую энцефалопатию. Коровье бешенство? Мало не покажется. Мы хотели сначала вообще карантин объявить. Но, к счастью, оказалось, что коров потравили. Предположительно, крысиным ядом. Слышишь ты, счастье? У меня половину скота полегло. Кто это сделал? Я не знаю. Но при бешенстве мы бы все поголовье уничтожили. Так вам повезло. У вас хотя бы часть скотины выжила. Сколько? Я хочу видеть. Ждите результаты анализа. Когда предположения подтвердятся, тогда мы снимем оцепление, и вы сможете пройти. Слышишь ты? Я сейчас позвоню кое-куда. Знаешь, что с тобой будет? Кирилл Валентинович. Ты их вызвал? Да больно надо. Господин Кручинин, скажите, насколько серьезно заражение скота? Есть ли опасность для людей? Скажите, это случайность или происки ваших врагов? Прокомментируйте. Кирилл Валентинович, давай, ответьте, пожалуйста. Это правда? У вас действительно эпидемия бешенства? Давай, Катерина. Это правда? Надо же. Только все начало налаживаться, и тут на тебя. Удар под дых. Будь проклят, это Вика. Думаете, это она? А кто еще? Кто еще хочет меня закопать? Нет, конечно, не она сама бычкам яд давала, но кто-то из ее людей точно, а может быть ты, а, Туканов? Кирилл Валентинович, я предпочитаю иные способы воздействия.
Да и на вашей ферме я сроду не бывал. В отличие от других сотрудников, имеющих туда постоянный доступ. На кого ты намекаешь? Кирилл, а где Хаджава? Умница. Катя? Да. Катюш, скажи, пожалуйста, а Хаджава уже вернулся с фермы? Да, вернулся. Да? Прекрасно. Пригласи его. Добрый день. Ну, поголовье мы восстановим, но для этого потребуется некоторое время. А пока что за сырьем нужно будет обращаться к поставщикам. Дополнительные весьма существенные расходы. А ты и рад, да? Задание хозяйки выполнил? Я не понимаю, простите. Скажи мне, а ты не продешевил, нет? Сколько Вика тебе заплатила? Да я бы никогда в жизни не опустился до такой низости. Слушайте, я столько сделал, чтобы восстановить комбинат. Зачем же мне сейчас уничтожать собственное детище? Это мой завод! Мой! Конечно. Но я вас не подставлял и не доносил. Я служил вам верой и правдой. И уж тем более не продавался вашей бывшей жене. Хотя теперь жалею об этом. Значит, были такие мысли у тебя? Были, да? Были? Да хватит! Прекратите! Вы параноик. Простите. Который везде ищет виноватых. С вами вообще стало невозможно работать. Базар фильтруй. Помни, с кем говоришь. Не нравится? Вали отсюда. Пошел вон! Я уйду. Только вы-то с кем останетесь? Правильно, что прижали его к ногтю. Слышали, как он юлил? Что ты сказал? Кирилл Валентинович, вот кофе. Что? А ты что здесь делаешь? А ну! Пошла! Вон отсюда! Чтоб больше никогда без стука не входила! Кирилл Валентинович, подпишите, пожалуйста, кормовые счета на животноводческий комплекс. Кормовые счета на животноводческий комплекс. Ты с ума сошла? Ты кого собралась кормить? Они все сдохли! Дура! Пойдемте. Садитесь. Совсем сумасшедший стал. Нет, это не для моего больного сердца. Достал меня уже до Вика до ноздрей. Я даю тебе карт-бланш. Несчастный случай или самоубийство предпочитаете? Меня устроит любой вариант. Привет. Здравствуй. Проходи. Привет, Карин. Здрасте. Зачем ты хотела меня видеть? Присаживайся. С Алисой разговора не вышло, поэтому я хочу, чтобы ты сфотографировал их свидание с Кириллом. Зачем? Я перешлю эти фотографии Анжелике с Паршиным, пусть полюбуется. А потом она упакует чемоданы, а
Паршин отправит Кирилла в нокаут. Правильно. Мочить гады и точка. Чай будете? Вряд ли Анжелика из-за этого бросит Кирилла. Любовница для нее не новость, а он скажет, что эти фотографии просто монтаж, и все будут делать вид, что ничего не произошло. Хотя кровь ты им, конечно, попортишь. Значит, нужно устроить так, чтобы они это свидание увидели. Чтобы Кирилл не отвертеться. Я достану его любым способом. Что тебе не нравится? Мне не нравится то, что с тобой происходит. Ты стала совсем другой. Жесткой, прагматичной. Любой ценой только бы добиться своего. Ты знаешь, я не удивлюсь, если узнаю, что это ты потравила скотину на ферме Кирилла. А дальше что? Людей поубиваешь, лишь бы только ему отомстить? Я никого не травила. А я не уверен. Потому что ты становишься похожей на Кирилла. Ты даже сама этого не замечаешь. Ты начинаешь думать, как он, действовать, как он. Я просто не узнаю той прекрасной, доброй девушки, с которой я когда-то познакомился. Не смей меня сравнивать с Кириллом, слышишь? Не смей. Даже вот, ну, конечно, жалко, но я даже рада. Знаешь почему? Потому что тот, кто это сделал, помогает мне в моей борьбе с Кириллом. Ты просто послушай, что ты говоришь. У тебя крыша уже едет. Ты не слишком ли далеко зашла? Легко морали читать, когда горе не хлебал. Вик, чтобы отличать хорошее от плохого, совсем не обязательно сидеть в тюрьме. А тебя тюрьма ожесточила. К сожалению. Возможно. Да, я ненавижу Кирилла. Но я не такая, как он, слышишь? И никогда такой не буду. Но ты, по-моему, готов поверить в обратное. Уходим. Нам больше не о чем разговаривать. Ну, он кретин, а? Наехал. Чего в твою жизнь-то лезет? Смеет тебе еще что-то указывать? И ты такого урода к себе близко подпускаешь. Правильно, что его погнала? Туда ему и дорога. Да нет, это я виновата. Сорвалась, нагрубила. Можно было просто все объяснить. Он бы все понял, и мы бы не поссорились. Ты куда? Догоню его. Прошу прощения, все объясню. Андрей! Бывшего мужа. Мы с вами встречались, помните? Вас трудно забыть. Чем обязана? Я больше не работаю на Кирилла. Он приказал вас убрать, поэтому я ушел. Вы это хотели сообщить? Но напоследок я хочу вам помочь. Я знаю, где находятся ваши дети, и могу вас к ним отвезти. Если мы, конечно, договоримся о цене. Сколько вы хотите? Много. Жду вас в сквере у гостиницы. Буду. Скоро буду. Я тебя одну не пущу. Я тоже ему не доверяю, но вдруг он меня действительно к детям отвезет. Такой шанс я не могу упустить. Да ты не волнуйся. В сквере полно народу. Ничего со мной плохого не произойдет. Он мне ничего не сделает. Ты уверена? Угу. Все будет хорошо. Вышла.
Итак, сколько вы хотите? Вы никому не говорили о нашем разговоре? Почему вы спрашиваете? Для вашей же безопасности. У Кирилла везде свои люди, я не хочу, чтобы он нас выследил. Садитесь в машину. Я никуда не поеду. Садитесь. Я никуда не поеду. Отпустите! Помогите! Отпустите! Андрей! А ну отвали от нее! Помогите! Люди, помогите кто-нибудь! Люди, я прошу вас, помогите! Кто-нибудь! Там человека избивают! Давай! Парни! Давай, живей в машину! Ты че? Оставь его! Послы! Андрей! Помощь нужна? Как ты? Давай! Как? Все нормально? Все нормально, справимся. Спасибо, мужики, спасибо. Да не за что. Точно все нормально? Все нормально. Как же хорошо, что ты здесь оказался. Спасибо тебе. Ага. Успокойся, все хорошо. Ага. Все хорошо, все, все. Добрый вечер, Леонид Григорьевич. Добрый вечер. Соскучился по дочери. Она трубку не берет. У вас там все нормально? Да, она, наверное, просто спит, вот и не слышит вашего звонка. Ну, передай, что отец звонил. Пусть наберет, как только проснется. Обязательно передам. Всего хорошего. До свидания. Анжелика, открой, пожалуйста, дверь. Ну, я прошу тебя. Анжелика, открой мне дверь. Я же люблю тебя. И я знаю, что ты меня любишь. Давай прекратим эту глупую ссору. Пожалуйста. Анжелика. Дэн. Какие же вы недоумки. Ничего тебе поручить нельзя. Она теперь запрячется в какой-нибудь норе, и непонятно вообще, чего от нее ожидать дальше. Тихо, 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 тихо. Ой, как я могла купиться на такую примитивную ложь, сама не понимаю. Угу. Прости меня, глупости наговорила. Да ладно. Вот. Угу. Я тоже погорячился. Зла на меня не держи. Не буду. Хотя, если честно, меня здорово зацепило, когда ты меня с Кириллом сравнил. Mm-hmm. Не бросишь меня? Как пойдет. Ну, кто ж, кроме меня, твой характер будет терпеть? Как баран, упрешься, ничем тебя не сдвинешь. Mm-hmm. Ой, прости, пожалуйста. Больно? Да нет, это я так, от восторга голос подаю. А ваши нежные прикосновения, барышня, мои раны только исцеляют. Моя идея разорить Кирилла оказалась провальной. Как раз Кирилл так не считает. Иначе не прислал бы сюда Туканова. Ты в опасности. Он не успокоится. А на что он способен, мы уже знаем. Что же делать? Остановить его. Мы поедем в Приморский. Поищем там лодку, которую он утопил. Может, еще свидетелей найдем. Докажем, что Кирилл убийца. Его посадят, и он тебя не достанет. Ладно, вылетаем ближайшим рейсом. Как можно скорее. Пока он опомнится, мы уже многое успеем сделать.
Осторожно. Спасибо. Да, только ты забыл еще кое-что. Что? Опаздываешь, красота моя. У меня важная информация. Я все, внимание. Дурь, гони. Ты че, а? Ладно, ладно. Ну, слушаю. Скорее всего, лодку Кирилл утопил у яхты в акватории, когда вернулся из грота после убийства. Как ты думаешь, там глубоко? Акваланги в любом случае нужны. Mm-hmm. И катер тоже. Я знаю, в Приморском они в яхт-клубе Данилы были. Да ты что? Нет. Туда путь нам заказан. Правильно. Яхт-клубе цены задирают. А у моего кума за хорошие деньги сговоритесь. И акваланги он вам найдет. Ну, тогда поехали к куму. Это не катер, стрела. Берите, даже не думайте, не пожалеете. О цене договоримся. Да не слушайте вы его. У него ж мотор хекает, как старый дедуган. Возьмите лучше мой катер. Не слушайте его. Его завидки берут, что у меня заказ идет, а он пузо у пирса греет. Аквалангистов я вам обеспечу. Хорошо, подготовьте, пожалуйста, на сегодня. Ага. И еще нам нужен эхолот. Эхолот? Ну, как только, так сразу. А часом не сокровища искать собираетесь? Ну да. Если никому не скажете, с меня Магарыч. Да что вы. Мы будем через час. Через час все будет готово. Спасибо. Хорошо, спасибо. До встречи. Хорошо. Понял. Успеем за час? Успеем. Хорошо. Ну что, сейчас возьмем машину, в гостиницу переоденемся и обратно сюда. Да, вещи бросим и... Вика? Юль, ты глянь, кого к нам занесло. Ничего себе! Привет. Слушай, ну ты прям цветешь. А народ говорит, ты спилась. Да, завистники врут. Ну, с приездом, подруга. Спасибо. Познакомьтесь, это Андрей, Юля, Данила. Очень приятно. Взаимно. А я тебя знаю. Ты ж мент. 2 года назад к нам приезжал. Снова по делам. Да нет, Андрей ушел из полиции. Теперь у него свой бизнес. Сюда приехали отдохнуть и развлечься. Да, Андрюш? Угу. Ну, совет да любовь. А что, может, затусим все вместе, как в старые времена? Да. Заметано. Как только обустроимся, сразу что-нибудь намутим. Стоящие. Угу. Ну, удачи. Увидимся. Пока. Пока-пока. Надеюсь, они нам поверили. Да. Да, умеет она в жизни устроиться. Угу. Как же. Отдыхать они приехали. Появилась Вика, жди неприятности. Угу. Пошли.